Итак, всем привет, стал. Сегодня мы продолжим проходить Ведьма Челу. Я хотел в прошлой серии хотел по дополнительным заданиям пойти, но... Беловолосый, не скрою, что-то в тебе есть. А, спасибо. Пошло не... Все пошло не по плану, и... Если бы я не помогал ей виду, я бы мог пойти по дополнительным заданиям. Плюс... Я убил слишком много эльфов, пришлось. Они сами в этом виноваты. Знай свое место. Тебя сюда молчи. Никто не звал. О, еще один помолчи. Так. Это что такое? Ловчий. Какой ловчий? Ну что? Не хочу я туда идти. Знай свое место. Угу. А, стоп, мне же еще что. Так, стоп, подожди, сейчас у нас будет ночь, тогда нужно отдыхать. А именно где отдыхать? Правильно, где же можно отдыхать, кроме того, как у Кальтенштайна? Я сердита. Или, если возможно, у Трис, потому что она может быть дома, то есть здесь можно отдохнуть, а потом от нее же тэпнуться на болото, там, спокойно, всех разнести, но я вижу, ее нету. Это что? Я найду где-нибудь ключик, нет? Может, я где-нибудь ключ смогу найти, нет? Ну, ладно. Ну, скорее всего, в какой-то момент она сама мне даст этот ключик. Ладно. Я запомнил, что там то... Да, что там что-то есть. Так, тут никого. Стоп, что? А, сундук. Никого. Ва, интересно. Нет, никого. Стоять. Нет, спуска вниз мне не нужен. Хорошо. Тэпаемся. А, то есть я в эльфийские развалины я могу телепортироваться, но я не смогу телепортироваться из них. О, интересно. Ай, не туда. Не то. Не надо было тэпаться в лабораторию. И еще стало интересно, что живет в той башне. Я хочу башню на болото. На болотах. Так. Следующую. Привет. Я, пожалуй, отдохну у тебя. Да? Отдыхать хочу. Блин, он спит на ковре, ладно. Он спит на вот этом ковре. Да, больше ни на чем он не спит. Он даже не то, что спит. Геральт все время просто сидит на коленях. Просто сидит на коленях. Как Эйнштейн как спит, он просто спит на там или нет? Или также на коленках решает? Или там он кровать себе как-то привнес, а я ее не видел? Ну или, скорее всего, он тэпается просто к себе в дом, чтобы потом было все хорошо. Чтобы не болели ноги, чтобы не затекало ничего, хотя шея может болеть, если неправильно ляжешь, но ничего. Ну и все. Так. Друидом я смогу спокойно ходить. Так, мне нужен один архиспорт. Не подходи. Ё-моё. Зачем ты так? И ты зачем меня? И почему вы вообще меня начали доставать? Да я обычно бегал, вы меня никаким образом не могли достать. Ну ладно, побежали так. Вот это прикольно. Тут чисто в разную сторону. Ну, болтается рука. Чё, всё, никого? А то можно было бы сейчас использовать столбы и кого-нибудь убить. Ну, или хотя бы ударить молнию. Это вообще будет работать? Ты что такое? А, это башня, все. Так, ты у нас уже... А, я их активировал, но не дезактивировал. Ладно. Так, нужно искать... Архиспора еще одного. Чтобы взять слизь. И все. И мы будем просто в шоколаде. Сдадим задание вот с... Возможно, сдадим задание с головой волка.
возможно. Дадим задание с ней, и можно будет спокойно отдыхать. Ну и опять идти по заданию, там сейчас Шани, там ребенку нужно будет забрать. Но скорее всего мы его не заберем просто так. Нам кто-то помешает в любом случае. Если нам никто не помешает, я очень сильно удивлюсь. Не надо меня грузить. Ну давайте. Может ударишь? А, то есть на одного человека это вообще не работает. Умри, пожалуйста. Он от одной серии атак должен был вообще скопытиться, но он что-то не захотел. Живучий попался. Так, давайте дойдем тогда до пещеры. Вот сейчас вот так будем ходить. По этой букве П, что ли. Сейчас будем ходить по буковке П. Хорошо. Ну, привет. Так, а здесь они пожирнее, кстати. Может, ударишь его? Может, ударишь? Спасибо. Серию атак я не прерывал, он просто сам не хотел ее делать. Может, из-за того, что... Может, есть какие-то особые предписания для совершения атаки по области. По правилам, наверное, там должен... Я должен подальше находиться от того, на кого хочу атаковать. Не знаю. Так, ну хотя бы только ты. Точно, мне же еще кикиморы нужны. Так, давайте без ядов там, без парализующих особенно. Давай, отходим. Ой, да ладно тебе. Может, отойдешь? Нет, спасибо. Я не хочу с тобой драться, ну ладно. Ты должен по-быстрому умереть, потому что ты меня убьёшь. Ты вообще не должен умереть. Ну, из тебя еще плюс ничего не собирается, так что мне где-то нужно еще искать новые книги. А это мне не нравится особо. Так. Чё, нету что ли больше архиспоров? А тут? Ну, хоть одна, вылези. Давай. Вылези, цветочек ты. Так, это я так близко, что ли? А. А. Ну ладно. Я запомнил. Так, давай идем дальше. Так, тут должен быть кто-то, да? Кроме трупа. Давай, кто-нибудь. Ну, кроме трупа уже. И купим, кстати, тот офигенный меч. Который получше вот того, который у меня сейчас. Вот справа, который... А он из чего? Из стали? Из стали? Или серебра? Серебро? Или сталь? Какой это меч? Какой это был? Стальной. Стальной меч. Значит, мы заменим просто стальной меч. А здесь ничего нет, что ли? А, я вспомнил, мне гном же какой-то предлагал это, цветочек какой-то собрать, чтобы сделать наркотики, потом продать. Ну да. Да-да, как говорится, но мне это не пригодилось. Может, где-нибудь архиспор-то должен быть? Нет? В каком-нибудь месте? Вы чё? Что? О, привет. Хотя бы меня не бьют, верно, это уже радость. Ты чё так далеко? Чё здесь так... Ты чё здесь забыл? Ты слишком далеко. Давайте, может, Ейвин всё-таки у себя на месте, можно сказать, остался. Ну, если да, то хорошо. Если нет, то я не понимаю, зачем ему куда-то было уходить. До него бы всё равно... Друиды его всё равно бы, скорее всего, защищали, потому что он ничего плохого им не делал. Так.
Так, Евин, привет. Что? Привет, волчара. Гульчатый мир. Нету, здесь нету, ладно. Он не захотел сюда приходить. О, спасибо, спасибо, спасибо. А, то есть теперь я знаю, где есть место, где подхилиться. О, что? Что здесь делает? Это что, яблони такие? Ладно. Ладно, здесь мы никого не найдем. Хорошо. Еще раз походим. Может, они в дождливую погоду не хотят выходить. Я не знаю. Может, дождь им не особо сильно нравится? Ну, такое. Цветы вообще, по идее, любят дождь. Ну, воду, влагу в любую. То есть, ну, конечно, в меру, но... Стоп, это я вообще куда пришел? Какой-то край вообще. Я могу с тобой поговорить? Нет, не могу, если не бегу, хорошо. Костер. Костер, кострища. Сейчас утро, а тут как будто уже вечер. Капец. Ну, хоть один архиспор, пожалуйста. И если что, здесь где-нибудь есть поблизости костер, чтобы я там отдохнул до следующего утра, чтобы было сухо, и они заспавнились наконец-таки, а? Это я собирал. Ты зачем сейчас не дерусь? А, ну, ну-то немножечко, чё, почему? Немножко опыта тоже пригодится. Так, он меня нет. А, ладно, согрелся все-таки. Так, костер здесь, ладно. Так, уклонение у кого? У меня или у него? Еще один. Привет. Давайте еще 21 час подождем. Как говорится, почему бы и нет? Слишком долго в опасной, находясь на опасной территории, когда тебя могут... Борт. Давай отойдем. А? Он еще травит людей. Так, мне нужен архиспор. Он должен спавниться или здесь, или по пути туда. Но не заспавнилось больше. А, конечно. То. Ну. Ну. А. Окей. Отдохни, а. Так. Ну все, что ли, архиспоры закончились? Где их вообще искать? Что? Утопец. А. Ну, это как с гулями, что ли, сейчас? Уйди, да, утопец. Утопился и оставайся там. Ладно, пошли так. Зачем ты... Ладно. Может, они мечей боятся, я не знаю. Ну, кто-нибудь, давайте. Нет, сейчас я до поселения уже скоро дойду. Здесь никого не будет больше, ладно.
Да, это фиаско. Они же больше нигде не спавнились, если я правильно помню, то никто больше, то они больше нигде не спавнились. Ну ё-моё, давайте тогда вверх пойдем. Как же вас найти-то можно? О, что ты хмыкаешь, кстати? Там кто-то что-то сказал, но я не услышал. Привет, ты кто? Котейка? Так. Так, по пути, но по этой дорожке точно никого не будет. Хотя не факт. Вообще не факт. А чё это заросло-то всё? А, стоять. Стоять бояться, нам сюда. Да. Нам сюда. Ну, это ловушка того дедана, которого мы провожали к... Кому? Правильно, к храму какому-то. О, а у него уже топор в руку. Обглоданные человеческие кости. Меня сейчас тошнит. Опять есть хочется. Ты чё? А, да, это мой дом. А этот череп и мозг на столе человечьи? Да. Мясо? Да. На тарелке и в чашке? Верно. Но прежде чем эмоционально реагировать, выслушай мои оправдания. Какие могут быть оправдания у каннибала? Ты бледен. Кушать хочешь? Почему ты ешь человечину? Мне нравится. На вкус как цыпленок, и для здоровья полезно. Фунт человечины — это как... Хватит, спасибо. Сам спросил. Подчеркиваю, что я соблюдаю правила. Например, я никогда не ем детей. Да уж, благородство. Не надо сарказма. Иногда я кушаю друида, кирпичника или лесоруба. Особенно люблю эльфятину. Это мясо ароматное и словно пропитано кореньями. А сейчас краснолюдов, они жесткие, неприятные, да, такие? А краснолюды? Жилистое и жесткое мясо. По правде говоря, я только один раз попробовал, и я не уверен, что это был краснолюд. Я за это мясо с утопцем подрался. Мне достался кровавый шмат, который узнать уже невозможно было. Достаточно. Как хочешь. Больше ничего не скажу. Ты не заслуживаешь жизни, а я как раз профессиональный убийца монстров. Вот так-так. Всегда можно убить меня, но от меня больше проку, пока я жив. Я многое знаю и изучил это болото вдоль и поперек. Я уверен, что я тебе еще пригожусь. Ну, как бы ты скоро сдохнешь, потому что болезни-то... Хотя, ладно... Так я тебе и поверил. Ты сбежишь, как только я уйду. Я слишком стар, чтобы снова пускаться в бега. Я тебя не обману. Ты пришел на болото с важной целью. Тебе важнее ее достичь, чем убить старого людоеда. Знай, я храню ответы на многие загадки. Тот сложный выбор. Он мне предлагает свои услуги взамен того, что я его не буду убивать, но он сам скоро сдохнет, так что я не знаю смысла. Не вижу смысла. Хотя, если он превратится потом в монстра, это будет неправильно.
Ладно, живи, покамест. Твой выбор меня радует. В знак доброй воли я дарю тебе этот рецепт снадобья. Эта информация может тебе пригодиться. Давай-ка с тобой поговорим, дружище. Ты бледен. Я у него могу отдохнуть, пока. Сука. Пиздец. Так, ну, он мне что-то дал даже. Свиток, яд для смазки лезвия меча. Интересно. Заткни. А, все, что ли? А, то есть я выбрал... Ты... Еще раз. Мне... Сам... Да. Не... Все. Как хочешь. Все. Ну ладно, он все равно скоро умрет, по идее. Так питаясь, плюс особенно учитывая то, что ты на болоте... А, фу, блядь. Нет, ну, захотел к дедушке сходить. Я ему когда-то... А я ведь ему когда-то помогал. Кстати. Помогал я ему. А. Ну, как сказать, помогал. Я просто бежал, а он бежал за мной. Ладно. Так, ну ладно, побежали в другую сторону. Ох. Так, а что у нас еще здесь есть? Есть эти-то архиспоры. Это вообще где? О, что? Я могу. Прикольно получается. Так, подожди, что? Очень странно, потому что этот дед вообще еще жив, и его никто не спалил. Хотя тут деревенька, по идее, маленькая, но все равно я... это удивительно, что его никто не спалил за поеданием человечины. Да. Разные бывают ситуации, бывают очень разные, особенно люди. О, здравствуйте, эльфы. Краснолюды. Так, а где наш-то? Так, надеюсь, нашего я не убил, этого краснолюда, который... которому я помог. Надеюсь. Хочу быть в этом уверенным, если честно. Ну, а ты как хотел. Это болото, а не дыра дырой. Еще давай. Все нормально. А что я потратил эту серию? Да ни на что. Давайте тогда уж хотя бы... Хотя нет, я узнал много нового. Я узнал то, что здесь есть каннибал дедушка, которому я помогал. Да. Добраться, чтобы он помолился и помолился. А, так вот чьи-то трупы. Так вот откуда появляются эти трупы. Серьезно. Хотя не всегда, но... Скорее всего, чаще всего монстры здесь должны быть виноваты, но сейчас-то... Монстры, волки... Я удивлен, то, что... ладно. Монстры, волки... И, по идее, они всех убивают, но... Ну где последний архиспорт, а? Ну иди сюда, я сейчас буду каждый этот обходить. Ты вообще не подходи ко мне. О, так, ты вообще где? Подожди. Это я... А, все, я вспомнил. Рамилителла. Не знаю, зачем он нужен. О, интересность.
А, как раз таки вот храм. Какой большой храм. Сюда можно что-то положить. Интересно. А, нет. Ну, хотя бы еще одного. Если сейчас вот я прохожу до буквы... Вот эту всю букву П прохожу еще раз заново, и здесь никого не будет, то ладно, забьем на это задание, сдадим голову этого волка и немного продолжим там с основным заданием. То... Понял. Уже сколько раз я его осматриваю, и нем ничего нового. Ну, давайте, хоть одного. Архиспор, ну. Так, буква П, не в ту сторону, я уже пошел. То есть, значит, они, архиспоры больше не... Да любые цветы, которые я здесь убиваю, они больше не появляются после своей смерти. Я запомнил. Так, что-то здесь зеленое. Интересно. Так, буква П. Так, здесь никого точно, значит, сейчас пройдемся здесь. И тогда будем возвращаться в зиму, пойдем по основному заданию, будем... Вот, ну, сдадим задание, конечно же, по голове этого зверя. Ну... А если попадется, еще может не архиспор попасться, а этот... по-другому. Точно такой же цветок, только зеленый. Нам нужен черный. Ну, какой? Уже, можно сказать, засушенный цветочек. Ну, все, значит. Ладно, погнали тогда на... с болот уходим. Так, где там у нас? Стоп, что? Сюда. Так, хорошо. Я потом еще приду, знаете, знаете все архиспоры, я потом еще приду. Добрый господин, нужно... Конечно, нужно. Что? Ну да. Сам... Готов? Сам да, спрашивает, нужна ли лодка, потом, что? Зачем ты ко мне подошел? Очень-очень-очень интересно, но бесполезно. Пока бесполезно. Главное, чтобы он был не в купеческом квартале, потому что придется тогда идти в купеческий квартал. Из купеческого квартала идти в другую часть, тем еще. Ох. Так, давайте сейчас найдем сразу. Я должен расследовать храм в квартале, поговорить с Юзом. Окей, потом... А, ну это основное задание. Великое ограбление. К сожалению, Еевину удалось найти. Нужно рассказать об этом Валераду. Ну, потом расскажем. А, это не основное... А, это вообще основное задание. Прикол. Ладно. Контракт на архиспор Кикимор. Кикиморы вообще не знаю, где брать эти. Подожди, мне нужны маленькие кикиморы, да? Когти... когти нет, тогда это точно не то. Красавица-чудовище, остается только ждать. Таинственный оборотень. Карман не пожелал назвать мне имя своего. Так, мы ничего не добьемся, остается только ждать. Может, удастся выяснить, кто этот оборотень. Возможно. Прошлое. Талер нет. Разыскивается. А, то есть я не выполнил никакого задания, хотя у меня какая-то... ладно. Сейчас. Я должен... А, вот. В купеческом все-таки, ладно. Оставаться на чеку. Оказывается, я 3 задания выполнил. Больно не будет. А, нет, это не нужно. То есть, или у меня есть что-то такое, что я могу сдать?
Ладно. Тайлер пригласил меня на новый... Меня в новый Наракорд, чтобы продолжить с ним наш разговор. Ну, я, наверное, уже просрал это задание, нет? Спать хочу. Интересно. Ладно, давайте тогда в храмовом квартале закончим, и следующую серию мы будем опять отдавать полностью. Полностью отдадим сюжету. Потому что и ходить по дополнительным заданиям, которые хер пойми как сделать. Спасибо, я откажусь. Ты в этом уверен? Так, заодно, кстати, меч будет в следующей серии. Можно будет купить купическую. Так, и сюда, да. Или нет? А, ну ладно. Это да, кстати. Это хорошо. В какой-то мере дождь хорошо. Зато не... кому кто на огороде или кто на даче, в деревне, когда поливать растения, когда хороший дождик прошел, и не надо поливать потом. Какой кайф. Ну, хотя потом мокро и грязно, и вообще никак. Но все равно. И зато поливать не надо. Радость есть хоть какая-то. Ладненько, давайте сохранимся. И продолжим в следующей серии. Итак, всем пока, с вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии и всем пока.